Добрый день, уважаемые друзья. Учитывая требования техники безопасности, парламент работает в ускоренном режиме. Тем не менее, практически все вопросы запланированы на сегодня рассмотрены. Самое главное, что рассмотрен вопрос по увеличению бюджета на финансирование обороны, на финансирование наших войск. И мы, естественно, наша группа проголосовала за поддержку этого вопроса. То есть важные вопросы, которые стояли на повестке дня, все успели рассмотреть. И это самое главное. Всем желаю оставаться живыми, здоровыми. До новых встреч.